горох. Рокет. Вот как раз сейчас фаза, когда можно проводить фунгицидную. Ну, во всяком случае, мы делаем. Мы делаем чуть раньше, конечно, когда еще цвета нет. Но вот уже заканчиваем вот в этот период. А так вот единичные цветки, это как раз вот то, что нужно. Это вот фаза бутонизации как раз. Это горох рокет. Есть ли здесь ржавчина? Есть ли? Пока следов я не вижу, потому что у нас сейчас достаточно сухо, хотя вот нашел кое-что. Точки. Есть. А так ржавчина, конечно, прогрессирует. Ну, по этой погоде она будет не так, может быть, заметно. Но если вдруг пойдет дождь, это все, конечно же, будет развиваться стремительно. Вот такая вот фаза для фунгицидной обработки. Фаза бутонизации. Это для первой фунгицидной, но в целом иногда даже и одной фунгицидной достаточно. Но опять же, фунгицид плюс инсектицид, и инсектицид против уже брухуса. Как бы это все совмещается. Так.